Церемония подписания документа состоялась в губернаторском доме Пензы в минувшую пятницу, 29 сентября. Сергей Морозов выразил надежду на то, что достигнутые договоренности выведут регионы на новый уровень развития, и сотрудничество будет плодотворным. Это первая встреча, которая положит совершенно новый пример для новых отношений между регионами Российской Федерации. Согласно новому документу, взаимодействовать между собой планируют законодательные собрания, профильные министерства и отдельные муниципальные образования регионов. Например, Кузнецкий район Пензенской области с Николаевским Ульяновской области, Никольский с Инзенским, Неверкинский с Павловским. Зачем изобретать велосипед, когда можно и нужно взаимодействовать для того, чтобы развивать у себя? Потому что наша задача выполнить поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по развитию наших регионов, а значит и Российской Федерации в целом. Помимо официальной встречи глав регионов и министров, произошло еще одно важное событие. Для жителей Теренгульского района была организована экскурсия на цементный завод в город Никольск Пензенской области. Осмотрев территорию завода, теренгульцы были приятно удивлены. Просторные цеха с новым оборудованием внутри предприятия, свежий воздух и зеленая, не покрытая белой пылью трава снаружи. Он не вредный, этот завод. Конечно, выбросы есть, как на любом производстве, но все это контролируется, это можно проверять. Соблюдаются экологические экспертизы. Дороги чистая, трава чисто, пыли нету. Сотрудничество Ульяновской и Пензенской областей позитивно отразится и на промышленной отрасли за счет внедрения нового опыта в регионах. Это приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет, развитию социальной сферы и созданию комфортной среды. Виктория Шикова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.